Фитнес – неотъемлемая часть тренировочного процесса футболистов. Особенно это важно в чемпионате Украины, где многие команды пропагандируют силовой футбол. В отдельных матчах именно хорошая физическая подготовка игроков выходит на первый план и является залогом успеха. В Донецком клубе за этот компонент отвечает специалист Антон Дьяченко. После двух подряд спаррингов с сербскими командами восстановление дончан проходило в виде круговой тренировки. Первый круг был направлен на профилактику травматизма, второй – на силу. В следующем ролике мы предложим вам окунуться в атмосферу теоретических занятий в Донецком клубе. Оставайтесь с нами!